Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я представитель компании Евроторг. Звоню сообщить, что у вас накопились бонусы за ваши покупки в магазинах, которые являются нашими партнерами. Бонусов у вас накопилось 3000. В наших магазинах-партнерах вы делали покупки в таких магазинах электроники, как Фокстрот, Эльдорадо, Комфи, Алло, Розетка, их более 30. И у вас накопились за ваши покупки бонусы. Сейчас вы можете... Что вы говорите? Бонусов много накопилось. 2000 бонусов у вас накопилось. И сейчас вы... Смотрите, в гривнах это нет эквивалентного перевода бонусов в гривны. Просто эти гривны, эти бонусы, они вам дают возможность приобрести товары со скидкой до 60%. Плюс каждому заказу на товар вы можете выбрать подарок, такой как фен, электрочайник, пароочиститель. Подскажите, пожалуйста, будете использовать ваши бонусы? Буду, но не знаю когда. Алло. Бонусы активны сегодня до 19:00. Нет, тогда точно не буду в другой раз туда. Ну, хотя бы вчера позвонили, потому что сегодня на сегодня. Так вы слышите? Все, до свидания. Все, спасибо за предложение. До свидания.